Музыка лечит. Центр соцобслуживания Ленинского района примет в дар музыкальный инструмент для волонтерского кружка. Нужна шестиструнная акустическая гитара для занятий по классу гитары для людей с инвалидностью. Инструмент можно передать по адресу улица Урицкого, 125. В отделении также работают кружки и клубы по интересам, трудовая мастерская. На занятия активно приходят инвалиды всех возрастов. У нас занимаются от 18 лет ребята до пенсии. Всего 44 человека у нас на учете состоит. Посещают активно почти все, но есть самые активные.